Здравствуйте, дорогие друзья, с вами, как всегда, Яван, и это новый видос на смотр Рамзан номер 3, все как всегда, и это топ-10 лайфхаков на смотрек. Подписывайтесь на канал, готовьте что-то покушать, приятного вам аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел бы вас попросить, многие знают, что я хочу купить Чирон, и я уже денег насобирал, вчера чуть его не купил, но просто очень дорого, типа... Кто знает, кто продает ник пацана или ВК пацана, напишите мне, пожалуйста, ВК, ссылочку в описании. Вот, и я в долгу не останусь, вас как-то отблагодарю. Так что, кто будет, ну, кто поможет мне Чирон найти, буду вам очень-очень-очень благодарен. Все, а теперь лайфхаки. Итак, пацаны, первый лайфхак. Сразу дисклеймер, можно мне так вылететь, но там я не буду его писать, просто так озвучу, что некоторые лайфхаки... знают, ну там нет лайфхаков 5, знают, ну такие заядлые игроки сервера. Больше он подойдет к таким, кто только начал играть в МТА. Так что, если вы некоторые лайфхаки знаете, пожалуйста, не ставьте дизлайк. Но для таких, как вы, у меня все равно есть 2 лайфхака, или один, не помню уже. Че один, или два. Но один, короче, точно, который вас просто повергнет в шок. Ну ладно, это YouTube. Ютуб и МТА как-то связаны, я вам так намекнул. Если что, он будет в конце ролика, так что смотрите ролик до конца. Итак, первый лайфхак — это плюс-минус на нубпаде, он мне так и написан. Можно сказать, что этот лайфхак подойдет для тех игроков, которые работают. Потому что им заспамилась, например, точка, да, на карте. Вы не знаете, как, ну где она, в каком районе, она на карте, значит, там в уголку, да, на осях вообще-то. Вот, мы нажимаем плюс или минус на нумпаде. Плюс — это мы увеличиваем карту, минус — это уменьшаем. То есть вы можете просто увеличивать и уменьшать масштаб. Но когда вы едете на автомобиле, типа радиус, можно сказать, зоны карты, он увеличивается. Но когда вы стоите на месте, он маленький, а когда едете и еще увеличили, она прям очень большая, и это очень помогает. Второй лайфхак — это, кстати, многие тоже говорил, что некоторые даже заядлые игроки не знали такой лайфхак. Это page up и page down. Down, да, конечно. Короче, если вы играете на компе, то над стрелочками у вас есть там insert, delete, end, home, page up и page down. Вот. Что такое page up, page down? Это когда вы пишете в чате, например, там, какой-то Вася продавал Чирон, да? Надеюсь, Вася, хэштег, продай мне Чирон. И как-то чат очень быстро пролетел, и вы забыли, кто писал, ну, помните, что кто-то что-то продавал. Нажимаете page up, чат отлистывается вверх. Если нажимаете page down, чат откручивается вниз. Вот, так что это очень полезная фича. Например, вы ехали, кто-то захотел купить ваш автомобиль, вы его ник не запомнили, а его крашнуло. И все, что сделать? Вы нажимаете page up, откручиваете чат назад и смотрите себе. Ну, это, в принципе, как в F10, но здесь... Получше. Третий лайфхак — это для тех, кто любит долги, можно сказать. Nice. Вы знаете, я не помню, с какого обновления, с 1.6 или 1.5, еще вроде 1.6, вроде. Ну, могу ошибаться, так что поправьте меня в комментариях. Вышла комиссия на переводы в банкомате. Вот. Типа... Я не помню, сколько там процентов от комиссии. Ну, короче, если вы не хотите платить комиссию, например, пацан там передает другому пацану лимон или два, и там очень такая большая, если 10, там вообще комиссия очень большая, вы просто едете в магазин, покупаете мопед и едете на ИКХ. Мопед там стоит 5000, его потом сливаете за 3,5 или за 2,5 в БУ, и у вас получается комиссия только 2000, а там будет и за сотку уйдет просто. Так что, кто... будет передавать вам такой вот немножечко лайфхак. Четвертый лайфхак — это очень полезный, можно сказать, я им сам очень часто пользуюсь. Это, например, заехали мы в темное место, да, нифига не видно, яркость на мониторе на максимум, яркость игры на максимум, все равно темно, нифига не видно. Такая же дичь есть иногда на БУ, что номера не видно, они просто черные. Мы заходим в F1, нажимаем настройки игры, и там HDR+, вроде она так называется, самая крайняя правая, я там покажу на видео, вот. Нажимаем, и все встает ярким, и все встает видным. Нормально?
Пятый лайфхак, ну это такой баян уже, что капец. Раньше это был лайфхак для годный для работников там разных, да. Но как сейчас отменили круиз на всех транспортных средствах рабочих, этот лайфхак, можно сказать, немножечко потерял. Ну, немножечко, а хорошо потерял свою как-то использованность, я бы сказал. Короче, едете, нажимаете К на круиз и можете себе переехать через речку, в океан там поплыть. Но это уже очень давний лайфхак, наверное, еще с года там 15-го, наверное. Да? Ну, лайфхак. Так что он в моем топе. И теперь возвращаемся к теме ЕКХ. Если у вас, например, 5 миллионов, да, и вы хотите что-то купить, которое стоит там, например, 4 и 5 миллиона, ну, а, или 5 просто стоит, у вас есть 5, и вам надо 5, тачка стоит, или дом стоит, или бизнес стоит 5, не, ну, вернее, этот лайфхак больше подойдет к тачке, зачем я это назвал, офиг его знает. Короче, вам надо друг. Не знаю, как это сложно вообще в жизни. Или друг, или знакомый, или не знаю кто. Минус места. Минус места — это тоже очень давний лайфхак. Короче, суть такая. Вы едете, берете в друга дом, например, там на сколько-то мест, сколько вам нужно. Берете дом, купили свою тачку, теперь едете назад отдавать ему дом. Как вы только отдали свой дом, у вас в F3 будет там минус одно место. Если вы купили одну тачку, если две и больше, там минус 2, минус 3, минус 4 места. Но если у вас минус места, чтобы продать или отдать автомобиль, вам надо дом опять, потому что оно не работает. Там пишет, у вас минус места на ЕКХ. Типа, вам надо все равно купить домик. Но вы едете и забираете. Но если вы не хотите ехать, вот это опять искать, вы можете поехать просто солить ее в БУ. Так что такой лайфхак больше подойдет для тех, кто покупает тачки надолго. Или просто такую купил тачку, что покатаюсь, а потом если что, в БУ солью. Теперь для игроков, которые не любят печатать. Бинды. Наверное, с биндами все знакомы еще со времен Сампа. Квас, Квикбиндер. Если ставь лайк, если знаешь, что это такое. В МТА тоже можно биндить, а именно на смотре, как она биндится. Пишешь слэш бинд, потом выбираешь себе кнопочку, которую хочешь нажимать. У меня, вы видели, очень много биндов. Потом пишите say и пишите текст. Все, бинд применен, только главное не перебиндите очень много, а то получите мут. Короче, чтобы снять вам этот бинд, вам надо написать слэш unbind и кнопочку, на которую вы ее забиндили. Все это вы видите на экране. А теперь, пацаны, мы подобрались к главным лайфхакам. Давайте начнем, как покрасить автомобиль. Ну, вы скажете, поехать в винилку и за 100 тысяч покрасить любой цвет. А я вам скажу, что можно покрасить за 50 тысяч. Многие уже его знают, а многие еще нет. Лично я не знал вообще. Короче, какая суть? Вы заезжаете в ЕКХ, хотел сказать, да. Заезжаете в винилку, выбираем цвет дисков. Такой светло-черный, как мне написали очень многие. Светло-черный выбираем и сохраняем. Потом выбираем цвет кузова, который мы хотим покрасить автомобиль. Я, например, выбрал красную сливу, вот красный цвет. И не сохраняешь цвет сливы, просто покупаешь. И тогда он просто сохраняется. Главное, чтобы менюшка была открыта. Короче, делаем все как на видео. Вот. И вы получаете покраску автомобиля за 50 тысяч. Даже если вы распавните автомобиль, перезаходите, убираете, цвет остается. Пацаны, и как я говорил, лайфхак это какой, 9-й? Или какой? Да, вроде 9-й. YouTube в окне. Вам надо зайти в настройки и настроить плюс-минус, как я. Но вроде самое главное — это под расширением экрана окно. Я не помню, что там написано, но я вам там сейчас покажу. Вот, мышкой. Ставите вот такое вот в окне, игра в окне или не в окне. Ну, короче, получается то, что есть окно, а есть на весь экран, да? На весь экран нормально, а в окно такая рамочка состоит. А здесь есть какая-то игра в окне, типа оно как окно работает, но показывает, как
типа полный экран, что ли. Ну вы, короче, поставьте вот так, как у меня, оно на FPS не влияет, на что оно не влияет. Но на лайфхак оно влияет, если что. Если вы так не сделаете, лайфхак работать не будет. Заходим в YouTube, выбираем свой любимый ютубера, конечно же, Эва. Ну кто у меня любимый ютубер? Эвушка. И подпишитесь на канал, давайте уже сделаем 1.66 подписчиков. Вот, выбираете ролик. Любой, у любого ютубера. Потом вверху там есть такой значочек. И ставим его посерединке сверху. Почему я вам так скажу? Потому что слева сверху чат, справа сверху худ, слева снизу карта, справа снизу спидометр. А снизу ставите видос, ну такое смотреть. И это самое оптимальное вам место, говорю. Просто ставите, заходите, врубаете видос, и вас и можете и играть, и переписываться, и смотреть на все, и смотреть видос. Это, я думаю, хорошо, потому что я раньше, это случайно просто его нашел, раньше сидел через телефончик, но его отвлекался, головой махал и куда-то врезался. Так он вверху, и вы не отвлекаетесь, и работать приятно, и смотреть видосы, и это просто топчик. Ставь лайкос, если не знал про этот лайфхак, и напишите в комментарии, будете вы ли пользовались вы ним или нет. Ну и 10-й лайфхак, пацаны, это немножечко с юмором. Не покупайте у ганжи имущество. Почему здесь ганжа, почему? У нас свои старые счеты. Просто если вы хотите сэкономить свои денежки, просто не покупайте имущество у ганжи. Он просто гребаный перекуп. А на этом все. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, поставьте вот за такие лайфхаки, 100% один лайфхак вы не знали, а то и может даже и все не знали. Напишите в комментарии, информативный был этот видос для вас или нет. Всем удачи, пацаны, и всем пока.